Готов працювати, чекай своєї команди. Рятуємося. Все, заходимо, укріпимося. Вот такая имитация настоящих штурмовых действий. Буквально несколько секунд назад отработала артиллерия в поддержку штурмовиков. Ну и прямо сейчас украинские защитники штурмуют по легенде позиции противника. Контакт, контакт, на 12! Боевая задача четкая, но непростая. Группа должна войти и закрепиться на позициях. В окопе бойцов встречает оборона. И уступать свои позиции они не намерены. Будем их встречать на развилке. Угу. Там у нас есть возможность маневрировать. Ну да, и там шуметь. Надо уйти на сектор 2, на сектор 3 можно уйти. Понятно? Мы чекаем они здесь тут. Дымовая завеса и взрывы снарядов еще не самое сложное препятствие для штурмующей пехоты. Противник также может открывать огонь в ответ. И бегать в полном обмундировании при наступлении в реальных боевых столкновениях приходится по заминированным территориям. Штурмовик, в первую очередь, должен думать, и как ему діяти в каждой экстренной ситуации. Самий процесс, когда заходит в окопную линию противника, да, может быть и заминовано все. Так само їхня задача – зайти, вибити і дивитись під ноги. Все военнослужащие на этой тренировке уже с опытом боевых штурмовых операций. Признаются, участие в них не для слабонервных. И главное – надежное плечо побратима. Один раз був, це страшно. Да, це страшно, ну нічого, все добре. Ми повинні розуміти, що так, індивідуальні навички бійця – це дуже важливо, але війна і наступ – це завжди командна гра. Отрабатывают навыки стрельбы во время штурмов и обороны на тренировках с винтовками для пейнтбола, заправленными краской. Ну, вага такая невеликая, да? Я так понимаю, сколько он важит? Почти, да, как боевой по вазе. А какая дальность пострелу? 45 метров. Получить условное ранение от попадания такой пули не опасно, но неприятно, говорят военные. Все ошибки на поле боя после тренировок анализируют и стараются исправлять. Сьогодні отримав, скажімо так, поранення, постріл прямо в саме серце. А це от далі ти будеш аналізувати, як так сталося, що... Ну так, звичайно, ну, є ж на чим розбиратися. Банально, втрата зв'язку, втрата одної позиції, і все, і вони вже у нас. Инструкторы говорят, в целом тренировка и ребят довольны. Тут важно отработать каждое действие, чтобы в настоящем бою было легче выполнить задание и сберечь жизнь. Правильно хлопці спрацювали, вибили часть окопа, посунули її, зайшли в окіп, все. Після того, як ти зайшов в окіп, вірогідність того, що ти залишишся живий, на 70-80% якби виріс. Тому що на підході до окопа тебе розбирає арта, кулемети, міномети, це все. То саме головне, коли підійшли до окопа, швидко. Саме головне, щоб вони працювали як одна. Оця команда, щоб вона працювала як одна людина. Такими тренировками пехота поддерживает свою боевую форму. Дополнительный контраст в обучении бойцам придает и гремящий неподалеку фронт. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Freedom.